Так, что, чуваки, продолжаем вора проходить. Сейчас сделал чуть потише игру, получается, настолько. Ну да, столько норм будет. И микрофон на 79 Windows сделал. Столкнулся с такой проблемой, короче, еще вчера хотел снять вора пройти, ну, если... Закончил запись, а она крашнулась, короче, поломалась. Сам Windows побился, сама программа для записи. Ну, тут я поумнел немножко, вот. Написал, где загрузить, просто сюда написал последнее мое сохранение, где он находится. Типа, если вдруг на что-то полетит, я сюда сразу зайду, отсюда сразу начну. Вот, это хорошо в старых играх, это большой плюс. Ну ладно, мы продолжаем. Мне надо сейчас это, назад вернуться, наверное, сейчас еще одно вырублю, потому что я там что-то не прошаривал до конца сзади себя. Да. Там быстренько, в принципе, наверное. Хотя через коллекторы с этим, ну я на паузу поставлю, видели там все же получается. Забагалась, думала. Где-то в этой стране ходит. Кто здесь? Что такое? Держи. О, золотишко. Ой, изумруд. Как же ему туда подобраться-то? Бля, что-то подлагивает у меня, нихуя не понял, что за хуйня, блядь. Какая дверь, я потом в нее пойду. Кажется, я что-то видел. Наверное, это были крысы. Я что-то... Отлично. Писанина опять какая-то. Чё пишет? Магрин, если понадобится прийти, пользуйся задней дверью 47. Мне наплевать, что там случится с твоей одеждой. Я не хочу рисковать, что подонки Рубина проследовали за тобой, пока я не получу свой ключ обратно и не поставлю вазу на каменную полку. Тебе придется помириться с неудобствами, Донал. Ну-ка, стоп. А хуй там. Ну, я не знаю. О! У кого-то золотишко было. Да вот сюда их можно перетащить, ничего страшного. Ну-ка, глобус. Не подходится. Да, и вот тут что-то чувака есть. Сейчас хоть музыка не так громко стала. Тем более, что про мухи какой-то такой звук такой, блядь, непонятный. Так, где тут эта хуйня была какая-то на полку, да, заберем. Так, мне надо назад вертануться, так это не ломается. Ну а как же не ломается, ёпта.
может, там еще верхние этажи были, я их, блядь, пропустил. Мне надо назад идти. Ну, я думаю, потом без осложнений еще дойду я, блядь. Тут кого мне бояться-то? Вот тут вот, да. Конкретно вот этот этаж меня интересует. Так, это где еще? Средний коллектор. Если шарит, так шарит, все правильно. Сколько там, двое? Мне это показалось. Думаю, это мне показалось. Я что-то видел. Да, я что-то видел, или мне это показалось. Ох уж мне эти чертовы крысы. Последние деньги кончились. Там хмырь стоит. Да, я что-то видел, или мне это показалось? Эй! Бля, тут тени даже никакой нет, сука. Мешает. Что? Нахуй ты заебал, блядь. Ну что ты? Где-то я знаю, куда скину. Тебя нахуй, мы его сюда сейчас затащим. Вот все.
Я безобидный, оставь меня. Не, чувак. Нельзя. Да, вот ты типа спишь, нахуй. Ложись, отдыхай. О. Не ломай. Ух ты, блядь, сами. Ну-ка. Тут что-то один слуга только был. Баффер был в гневе, когда вернулся и обнаружил, что этот драгоценный скипетр исчез. Это что, наши? Ты болван. Если бы мы провернули это дело, и это выплыло бы наружу, то это была бы война. Хорошо, ну кто ж тогда? Возможно, это Гаррет. Только он мог оказаться настолько глупым, чтобы взяться за эту работу. Да съебались, да? Подожди, куда-то рассосались они, ну бля, подожди. Не, посъебались куда-то, блядь. Зря, чувак, зря ты сюда пошел. Пустой вообще ящик был. А где еще? Северный подвал, да? Да все это ведет, хуй его знает, бля. Ага. Что-то нихуя нет. Вообще куда-то, блядь. Так, это я пробовал, не бьется. Там только если вниз хуяли, где люк открывается, ебать. По нему вниз туда сходим, где подвал. Хотя можно и туда вниз сходить, но чел стоит. Да попробуем вырубить его там. Хули нам. Не привыкай. Ну что, в воде есть? Вообще ни хера нет, блядь.
хорошо, открываем ставни, да. Я помню, там подвал все есть. У тебя собаки уже будут висеть у тебя на хвосте. Пойдем, лази. А? Ох уж мне эти чертовы крысы. Нет, для того, блядь, хуёво добираться, блядь. Блять, нет, там тоже хуёво, блять. Сука, блять, что ж делать-то? Сюда могут подниматься, нет? Я знаю, что ты здесь. На. О, я тебя прошу. Да как? Ты же чувак, ты же бета, блядь. Блядь, ну там не вариант, я ебал нахуй. Надо с другой стороны обходить, блядь. Где я сейчас? Катрис, Катрис Владыки, Южный подвал. А, нет, к Доналу пока не пойду, значит, не сюда чуть-чуть пошел. Доналу, мне надо к Рэндалу сначала за ключом. Сорян, пацаны, мне надо протупил. Ну ладно, там мы потом, они сейчас как раз, пока я буду лазить, все утихнут, блядь. Успокоиться. Потом можно с пыра, блядь, зайти. Так а где? Куда я шел? Тут подвал какой должен быть, да? Нет, не тут, где тут. Да, вон он. Там вниз он. Где-то надо мной.
О, нашел. Ну подождем, пока обратно пойдет, что делать-то. Где они, ебать? Товарищи, блядь. Ну подожди, а там, блядь, мне туда уже неохота, блядь, наверное. А сначала здесь прошарим, потом там пробежим, все равно надо возвращаться, блядь. Тут хуй пройти, так бы безопасно, надо с другой стороны, нахуй. Значит, тут должно два пути быть, по идее. Или нет? А, хуй, не туда пошел. Они плохо там стоят, уже надо с другой стороны поискать проход. Бля, куда я иду? Что делать? Уже запутался нахуй, ебать, эта миссия реально. Что это за запах? Проклятая канализация. Эй, черт побери, что ты здесь делаешь? Бля, заметил, сука. Ладно, хуй с тобой. А, бля, хотел с-под тишка, но может получше, попробую еще раз. Ну что, опять сыграть с кости. Деньги. Сейчас. Нихуя не получается, блядь.
Сиди здесь, Гаррет. Давай же, где ты? Ты будешь истекать... Не, они когда напали, их нельзя вырубить, блядь. А что ж делать-то тогда? Блядь. Можно, блядь. Я все слышал. Стой там, где и стоял. Давай же, где ты? Только не думай, что я уже забыл о тебе. Гаррет, ты... Какой шустрый малый. Ну что, опять сыграть с кости. Деньги. Иди на пост. Чё он встал-то? Сука. Ты видел эту хуйню, ебать? Ты знаешь, что мы делаем с незваными гостями? Черт побери, что... Блять, сука, нашумел, он услышал. Бля, какие неслухмяные, пиздец, сука, блять. Тут чё, какой-то, блять, люк какой-то, он шумит под ногами. Долго мы будем стоять с тобой тут, блядь. Мне ключ надо искать, чувак. Только не думай, что я уже забыл. Черт побери, что... Блядь, его на скриптануть, что ли? Я не понял, блядь. Лучше надейся, чтоб тебя первым нашел я, а не стража. Гаррет, ты, наверное... Бля, я хуй знает, что делать, я не знаю. Он забаговался, куда мне его, блядь? Ну и выходи, хуй. Не ходи к трупам, блядь. Сиди здесь, Гаррет. Только не думай, что я уже забыл о тебе. Я вскрою тебе... Пиздец, я хуею, ебать. Ты что, угораешь, чел, ебать? Опять он забаговался, что ли? Вот сейчас я выйду из стены, он меня сейчас заметит. Блядь, нет, с ним кашу не сваришь, я понял. Это какой-то баганый попался. Здесь
здесь что-то не... Его даже слепуха не берет. Неужели, ёпта? Не прошло 100 лет, блядь. Другану иди, блядь. Заебал меня просто уже, блядь. Утырок, блядь. Не, потеряли интерес. Том, ты мой самый важный человек. Я доверил тебе набрать для меня личный персонал, и ты поручился за всех и каждого. Я также доверил тебе единственный ключ от моего поместья. Из-за твоей безграничной преданности, но не думай, что моя вера тебе так велика, что я сниму с тебя ответственность, считай это дружеским напоминанием. Если люди Донала приберутся ко мне в дом и добудут ключ от его главного сейфа, отвечать будешь ты. А ты знаешь, я умею взыскивать долги, Рубен. Да. Это Том, да, типа, был. Сейчас, ну. Чёртовы крысы. Эй! Ну, расстаюсь. Кажется, ничего не было. Стоит, втыкает просто. Изумрудик поставили. Вот. А сюда не пойду, наверное. Пойду ту дверь. Тут под низом ничего нету. Так, дом Рубина, вход воспрещен. Оставляете деньги и жилище Тома в районе механических помещений. А, технических, на северной стороне. Пиздец, блядь. Что-то я упустил, значит, ёбаный. Что же я мог упустить-то? Тут что? А, чуть.
ключик. А, тут я получу. Ключ, ключик. Ну-ка. Блин, надо первый ключик, да? Не трогай меня. Бля, спалился нах. Ну а что делать? Надо тушить ее там. Там кто-то есть. На, слугу мы сейчас закопаем, эту хуйня. Помогите, спасите. Этих можно и так пиздить, они тупые. Еще полезно. Как не особо, блин. Там какой-то огонь горит. Еще нету. Вроде ничего. Ничего нету. Паучок, блин. Сиди там, нахуй. Тебе там ничего нету? Мне вроде пусто. Его можно выпустить, но мне это не надо. Подожди, он сюда тут зайдет.
похоже, сюда кто-то идет, блядь. Эй, ты! А, вас двое, блядь. Я понял. Значит, попробуем сейчас, если не получится, так, флешку туда. Какого черта ты здесь? Блядь, нет, так не получится. Сейчас я разберусь там. Блядь, не, надо флешить их нахуй. Сейчас зайдут в обои, я хлопну нахуй. Здесь не могу все равно. Мне нужны деньги. Блядь, я не, даже дубинку в руки не взял, ебаный идиот. Эй, я не глухой, знаешь ты, выходи. Так, какая хуренция. Что нам? Береть, что ли, эти флешки, когда-то надо же их использовать, блядь, в конце концов. Ничего нету? А, нет, что-то есть. Кто там? Кто там? Никого. А я говорю, сюда. Нет, точнее. Ну-ка, у меня ничего, никакого богатства нет, блядь. Хотя на мужика похоже, но отдаленно, нет? Где она есть-то? Ох, пусть лежит, отдыхает. Так, там где-то лазит, блин. Сундучков никаких нету здесь. Лучник лазит, ебать его. С ними надо. Ну, а тут что-то есть чем поживиться. А, хуйца с бугорца не открывается. Бля, не там. Блять, затяжная какая-то миссия тоже. Они все долго идут. Золотишко.
ей, блядь, ёбнуться сколько. Не, туда пока не пойду. Мне еще тут дела не окончены. А где я сейчас? Я на карту не смотрю нихуя. А, да, вот особняк Рубина. Я сейчас на первом этаже шарюсь, блядь. Понял. Ну-ка, есть что? Нихуя. Лады, дальше идем. Шабуршит, блядь. Ага, хуй. С ним. Что, есть что-нибудь? Больше ничего нету. А вот еще водяная. Водяная на свет, наверное, как правильно говорится, на весь золото. Блядь, тоже взломы, да? Смысл не подходит, блядь. Какой замок сложный, нихуя себе. Огненная стрела. О! Отлично. Уж ничего не дам. Все, у меня золотишко-то уже. Я пролистал. 601. Всего 841. А надо 2000. Ёпта. Охуеть, мана. Ну, блядь, в этой серии, наверное, мы не найдем нихуя, что еще, что нам надо, типа, блядь. Значит, нам надо сейчас идти в другую часть здания, получается, через улицу, да? Тут я, да, все осмотрел, в принципе. Больше ловить тут нечего. Блядь, сюда зашел. Хотя отсюда можно выйти. Сюда. Вот сюда. И вот сюда. Похож на парадный вход, попробую через это зайти. Полился случайно. А? Я все слышал, стой там. Бля, сука, какой ты слухмяный, блядь. Эй! Так это ворот. Сиди здесь. Ага, хуй нахуй, на этом не получилось, ты прекратил. Получится. Что это? Уже ничего. И братку в гости. Че, нет?
Такс. Где у вас ничего нету? На шкафчик. Тут вроде все обчистил. Тарелки, по-моему, обычные. Или нет? Что-то он вроде себе что-то забрал или что? Это ты, Кевилл? Да. Так, а там что за дверь? Эта серия долго идет, уж пора заканчивать. Я все слышал, стой там, где стоишь. Блядь, запалился нахуй. Шумит сильно, блядь, пиздец. Но все равно ёбнуть надо, их нельзя оставлять, блядь. Эта комната будет у меня пристанищем пока что. Для ликвидации, нахуй. Устраняет. Опять писанина, блядь. Так, давай почитаем, что там написали. Еще и лучник, блять. Так вон с другой стороны гасить его, с этой хуй возьмешь. Пока дают, пока не будем их будить. А что больше папнуться некуда туда. Кажется, я что-то видел. Думаю, это мне показалось. Ну и как его устранять-то? Ведь нас с другой стороны где-то обходить, ёпта. Тем более он, блядь, неудобно расположен. Даже отлично. Первым те два коврика, блядь. Где-то там лазают. Ну, давай спящих отработаем. Не наш. Да иди ты нахуй, ебаный. Я сихуя на ночь. Ух ты, ё, нихуя он подобрался, стал как зомби, нахуй. Ладно, ничего страшного. Сейчас сихуя, мы на эту серию заканчиваем. И так уже много.
ёпта, что ты, блядь, никак... Не дотянешься до него, блядь. Эй! А вот этого хуй прокатило. Хорошо сохранился, то опять плюс двоих будет убивать, блядь. Бля, нихуя сохранили, видос сразу встал лёг. Какого чёрта? А, да кинжал, нихуя тут реализм, да кинжал, да я тут вас услышал, блядь. Прикольно, блядь. О, всё, ёпта. Мозга ебёте ему, блядь. Да, сундучки откроем. Все открыл, да? Ведет, куда это вообще ведет? Хуй знает, по-моему, я был тут. Вниз куда-то. Че, пацаны, да, продолжим следующий сервис, эй, блядь.